после обезьянки, покушав в кафе, мы приехали в парк бабочек. Вот. Намунг Бёрд Парк. Сейчас будем смотреть птичек. Филина? Маленькую сову. Полина специально для тебя. Ой, это кто? А это что за животное? Это суслик, что ли? Это суслик, да? А это кто? Я залипла, кажется. Это вообще чудо. Я залипла тут. У меня камера разрядилась, прикинь, облом. Да. Да я не заряжал. А что, клюется? Нет, какой-то посмотри на него на релаксе сейчас. Она уже на релаксе. Да, у нее там очки позитивные. 500 за всех, ребят. Ну, за взрослых, короче, штука. Дети бесплатно получается, а взрослые платные. А это все, да? А, ты хотел пройти? Несколько вольерчик. Я за вас заплачу. Потом рассчитаемся. Идем дальше. Кролики. Рыбец. Мам, ты не интересно зарабатывать? Лера, ты кролика видела? Потрогать можешь их? Папа, не надо что-нибудь делать. А? Дать что-нибудь. Чтобы они подошли. Зайцы или кролики? Кролики. Есть много всяких. Я нашла папу. О, попугайчики. Мама! Большие мам! Попугайчики, да? Здоровые попугайчики! Угу. Та-та! Кусаются? Царап. Вот, смотрите. Красивые уже. Кто тебя укусил? Кто? Смотрите, неизвестный попугай! Где? Где они неизвестный попугай? Вот. Это почему? Мальчик, а он та девочка. Зеленый. Вот! Смотри! Что? Вон! Такие миленькие. Ага. Что? Ну тоже попугайчики? А? Все попугайчики. Разные попугайчики. Зайчики, смотрите, зайчики. Зайчики? Зайчики. Где? Да, зайчики. Зайчики. Ой. Можно погладить. Они не кусаются. Да. Да. Они слезные. Да. Мама. Вот мама видела зайчиков. Угу, Саша видит. Такие миленькие. Миленькие, да? Если нюхаешь. Посмотрите, другой прибежал. Угу. Черненький. Ты можешь туда руку просунуть и погладить. У тебя же влезет туда рука? Нет. О, да. Угу. Пониже, ниже, ниже. Здесь? Да. Все бегают. Боятся, что ли? О, видишь? Убежал. А это девочка. Угу.
Классно, да? Да. А я думала, это маленький зоопарк. Оказался большой, да? Такой вот интересный оформленный зоопарк. Дети бесплатно, взрослые 100 рублей. Там что-то Марина. Что, будешь брать? Можно взять? Думаю, да. А если уклюет? Если уклюет, то будет больно. Ты зайчиков видели? А вон зайчики. Пойдешь на руку по мне, нет? Не хочешь, пойдешь на руку. Черепаха. А вон черепачек. Вон черепашонок, да? Да, это папа. А вот черепашонок. Это папа. Кто-то спит. Папа сбитой ножкой. А вон ежики, смотри, Леш. Спят ежики, вон смотри. Там, короче, была девочка такая, она идет так, киса! Не смотрели? Она так брала эти кисы, так... Ой, а это кто? Это что, лемур? Это ленивцы? Да, да, это ленивцы. Они берут такие, да, типа... Мне вот так поделал, он такой сжался еще больше. Он спит. Он все время спит, порода такая. Ой, эти птички похожи на московские куракины. Я хотела бы его посмотреть, у него глаза такие жаркие. Видите, у него курака какая-то. Кто здесь? Змеи. Мышки. Что здесь еще есть интересно? Ага. Здесь всякие геккончики. Разновидность. Вон даже паук есть. Вон здоровый геккон. Привет. Как дела? Достали все уже, да, наверное? Вот еще какие-то птички. И вот здесь геккончики еще. Разных цветов. Да, вот такой вот пятнистый, интересно. Пятнистый геккончик. Кто-то спит, кто-то уже не спит. Кто чем? Занят. Вот еще попугайчики. Да? Попугайчики. Ну-ка, я хочу вот так вот еще снять вот этого варанчика. Геккончика, точнее. Поехали. О, какой крутой. О, здесь в иголках. Вот такой вот замечательный детский зоопарк здесь. Так что приходите, посмотрите, не пожалеете. Здорово, да? Ой, что не пугается? Ну, он не боится ничего. Я бы сделал вот такую игуану. Ой, у нее прям руки. Да. Прям это выдра, что ли? Да, прям это пальцы. Выдра. Она очень... Это выдра, что ли? Это выдра. Не кричи. Потрогайте ей пальчики. Она хочет общаться. Блин, она прям пищит. Она есть мускул. Нифига. Слушайте, она голодная. Она голодная. Можешь ей сказать там этим людям, что она хочет есть. Папа, поднимал маленького. Лев, смотри, вот. Лев. Не, нельзя.
Она прям лапки тянет. И они у нее такие нежные-нежные, прям как у человека, как у ребеночка даже, я бы сказала. Это выдра. Похоже на норку, ребят, нет? Потрогай ручку. Она похожа на норку, вот шубу из которой делают. Нет, это выдра. Я выдру знаю. Ну просто ты есть. А что хамелеон ест? А этот человек спит. Пожалуйста. Пойдем. И спит. Она хорошая. Кошельков не должно быть. Жесть. Мама! Нет, надо по мне ползти, я боюсь. Мама! Больно, больно. Больно? Она сжимает, начинает больно прям, да, ладошку. Она прям так скручивает и сильно давит, знаешь? Вань, я видела нас под... Иди, возьми. Это маленький. Ну, возьми. Нет. А что нет? Давит. Возьми за хвост просто, подержи. Подержи просто. Я вот так вот. Надержать. Подержи просто. Вот я держу, вот так подержи. Да, он не опасный. Погладь. Что, не интересно, что ли? Он знаешь, какой крутой? Погладь. Кожа, у него кожа такая прям вообще необычайная. Погладь. Как сумка. Да. Я думаю, что сумка гораздо хуже на ощупь, чем живая змея. Подержи камеру. Главное, вокруг шеи давать обязательно, так-то можно. Да он маленький. Пап, ты тоже годик. Работай. Пауки! Пауки! И там нафиг змеи, вон там пауки. Ну что, корм делать языком? Думаешь, как бы тебя стащить подобно? Он не думает, ползательный элемент неприятный. Не, воз, не воспринимает тебя как еду. Да. Клевая кожа у него. А что ты сам не берешь? Что сам не берешь? Я боюсь змей. Ты боишься, да? Ты прикалываешься? Ты шутишь? Почему я шучу? Я правду говорю. Блин. А я вот боюсь. Я никогда не кусаюсь. Кусаю мне муравей, пока я держал змею.